Ольховские же. А вы какие? Мы городские. Ай-яй-яй. Да не волнуйтесь, деду. А вы не знаете, деду, жива еще бабка Ануфриха, Лирникова дочка? Вот тебе и раз. Так я же сам Лирник. Не, вы, наверное, давно померли. А вот же и не помер. А вот и живу. А тебе на что бабка Ануфриха? Внук я ей. Мать у меня умерла. Представила, значит. Ага, от тифу представилась. Да, мрет народ. Все молодой и молодой. А нас вот Бог не берет. Ну и молодец, что не берет. Пускай вы еще немножко на лире поиграете. Нет, а пускай возьмет. Я ему тоже сыграю. Я ему такую песню сыграю про нашу землю. Да не сунься, черт, на улицу, когда стреляют. Не лезь под пули. Слушай, когда тебе говорят. Все-таки охота узнать, красные там или какие. Ну что тебе с того, что синие, красные, зеленые? Сами знаете, что. Может, батька приедет. Может, батька приедет. Мама, уедем в Киев, к батьке. Уедем. Проедь же теперь. Пропуски разные нужны. Сам видишь, он что делает. Сам видишь, что делается. Слышь, Митя, куда?
ж меня ударил, а из тебя так? Ты в отпуск приехал? В отпуск. Надолго? Надолго. Надолго с войны не отпускают. Дезертир, наверное. Сашко! Скажи, какие все лопли? Красные? И, батька, народ собирай. А я с этим парнем разговор поимею. Не-не, Левчик, это мой разговор. Я этого разговора 2 года ждал. Прошу, панове, прошу до хати. Сідай. Можеш мій, можеш мій. Чого тут доки не було? Коні мої, коні. Їх 16 добрих коней. Де вони? Де земля? Де скот? Де хата? Ти взяв? Люди взяли. Ой, отдадут. Ой, не отдадут. Того не будет, що было. Будет. У меня к вам какой разговор, уважаемый? У меня к вам, уважаемый, разговор ласковый. Атаман Козолуп объявляет, чтоб зараз ему было доставлено сало для людей, сено для коней и хаты для ночлега. Дорогам по гірським та волинським. Ой, там гуляв бідний козак Волода. Він не боїться ні вогня, ні меча, ні третього болота. А на тому козакові вуса шовкові, шапка бирка, зверху дірка, травою шита, соломою крита, вітром підбита. Ой, він гуляє, а погуляє, та панів пльоткою вигоняє. А тим часом силою не укрити, на селі залишилися діди та діти. А тоді із лісу та із гаю злий сич воронів викликає. Ей, злетайтеся, ворони і сови, панувати будемо знову. Thank you.
де ж ты, козак голота? Налітай на панське болото, на добрім коні своїм підійміся, на наше горе тяжкое подивися. Козак голота на коня сідає, на коня сідає, до нас вилітає. Розлітайтесь, гайдамаки, він вас порубає. Ой, молодец, дед. Спасибо за песню. Что ж тебе за твою песню подарить? А ну держите! Я понимаю, дед, глупость твою и темноту твою. И я не стану тебя убивать, хотя смерть об тебя уж лет 20 скучает. А за ту песню подарю я тебе... Что тебе, дед, дали? Коммунисты и большевики? И что тебе дал атаман Козолуб? Атаман Козолуб тебе хату дал. Перейдет в властное управление и владей, пока наша власть держится. Пожалуйста. Спасибо тебе, атаман. Спасибо тебе за доброту твою и ласку. Ты мне хату? Ну, я тебе тоже что-нибудь на память. Возьми, атаман, Киевскую лавру. Или Санкт-Петербург. Пожалуйста. Ты кто такой? А ты кто? Драться хочешь? Могу. Ого! Очень просто. Что? Очень просто. Ой, это ты как же? А это не я, это ведьма. Какая ведьма? Обыкновенная. Я ведьма, живу в животе 16 лет и выхода не имею на свет. Вот здорово! Конечно, здорово. А ты чей? А я сам по себе. А где живешь? А я по станциям эшелоном песни пою. Я много песен знаю. Алеша Шар знаю, под частным разрывом знаю, белая каса знаю, яблочко знаю. Сколько хочешь песен знаю. А ты что будешь? А я буду. А у меня отец главный пулеметчик в Красной армии. Врешь! А он из пулемета давал стрелять? Из пулемета? А у меня штык какой австрийский есть. И каска немецкая настоящая. Хочешь, покажу? Лежи. Лежи. Что? Здравствуй, хочешь? Могу. Ну я туда потом, я завтра. Дозвольте, пане атаманы, слово сказать. Тут нема двух атаманов. Тут один атаман. Говори. Я был мобилизованный красным. Меня аж под Жмеринку с Ольховки загнали. Но я за голоту воевать не дурак. У меня по хозяйству дело ухватит. А говорил, что в отпуск приехал. Креста на тебе нет. А на тебе крест есть? А на твоих щенках крест есть? Хоть она сестра моей Женьки, царство ей небесное. Хоть она жрет мой хлеб со своими щенятами. А спросите, пан Добродий, кто ее муж? А ну, баба, скажи народу, кто твой муж? Бей ее! Не пускай!
щенка! Ах, вот ты куда? Ну ты бежишь! Не трогать! Кто это здесь командует? Это кто мне приказывать здесь может? Тут нема двух атаманов. Тут я атаман. Танка! Не сметь! Пожалеешь. Ой, плакать будешь. Ну ладно, ладно, не гавкай. Остаться не можете. И можем, дедушка. Ну, я понимаю. Стратегия. Во-во, она вот. Самая. Враги наступают. Хотят землю отобрать. Хотят кровью и слезами залить Украину. Слышите? Нас Ленин послал панов выгнать. Ленин послал. Езжайте в дорогу. Другой раз увидимся. Ну, а если сам не приеду, другого пришлют. Куда еще? А на маму, то и як воно. На похороны! Никуда не пойдешь. Насмотришься на покойников, а потом всю ночь кричать будешь. Потом всю ночь кричать будешь. Все в тебе бегать, все б шататься. А мне ребенка не на кого оставить. Сиди в хате. Thank you.
медленно растешь. И каждый год все маленький, да маленький, маленький, да маленький. Нянчайся тут с тобой, суслик. Ну скажи мне, заради бога, что я с тобой делать буду? Во что я с тобой играть могу? Что хочешь, можешь. В похорон можешь. В похорон. В похорон. В похорон. В похорон. Ака. Ака. Ну как? Ну так. Ну как так? Ну так-то. Ну как? Очень просто. Я буду поп. Ой, ну какой ты поп, ты суслик. Сашко, скорей, что на кладбище делается? А ну марш отсюда! Живо! Ой, Ксенька, выгони на мороз! За щенят! Так-так, Головень. Хорошо. Людей постреляли. Навоз кинули. А теперь и похоронить не дают. Хорошо. Слушай, дед! Ты тут не кричи! Тут тихое место. Вот тут лежит Степан Головин. Лежит Микола Омельченко и внук мой, Гриша. Что они видят? Внук мой, Гриша, 20 лет у Козолупа работал, хаты своей не имел. Ось его хата. Так ты что ж хочешь? Его с этой сплетни? Выгнать, а? Ой, не видал ты, дед, как хаты у людей горят. Видал я, Головень, как хаты у людей горят. Вон у Козолупа хату жгли, большой в огонь был. Ну, от твоей хаты большого огня не будет. Зато от твоей хаты в огонь само небо пойдет. Ой, дед! Да не пугай ты меня! Я старик. Я смерти не боюсь. Вот. Ну и уходи отсюда. Здесь тихое место. Дай женщинам выплакаться. Вы смотрите, дети, что это делается. Что это на нашей земле делается? Очень просто. Моим эшелонским. А потом мы скажем всем товарищам, нижащим.
нету ни пушки. Тут как начнут все смеяться, снять шапку и сказать: граждане, будьте добры, оплатите детский труд. Вот здорово! Конечно, здорово. Только хлеба надо захватить. Непременно. Еще хорошо бы котелок и крупы. Есть котелок у головы за печкой. Бежим! Зеленые пересвистываются. Ну и пусть их. Иди себе в хату, а я зараз пойду с хлопцами. Дело есть. Куда же мне уйти? Попался птичка. Тихо, добродетель, все в порядке. У вас в пятницу была стычка с красными? Была. Вас побили? Побили. Дурак. Не побили. Нет, вас побили, Полевка! Вы ни на что не годитесь. Вы не стоите тех патронов, которые мы даем. Зачем вы с паном Козолупым разругались? Где ваши люди? Где ваши подвиги? Где ваши слова? Мальчишки балуются. Высшее командование вам больше не верит, пани Левка. Но мы даем вам последнее задание. Через вашу местность будет проезжать тот высокий в кожаном костюме, который вас бил. Да не бил. Бил. Так я лучше знаю, кто не бил, кто не бил. Это крупный начальник, пани Левка. Он не должен доехать до места назначения. Вы будете его ждать на двух дорогах. Он будет проезжать через Павловку. Дьякон ударит в колокола. Вы поняли, пан Левка? Очень понял. Айда. Никого. А! Жиган, Жиган, а что я в печке слыхал? Что? Никому не скажешь. Кому? Перекрестись. Святая икона, усохни язык. Хотел перенять.
не вернется, Сашко. Вернется. Не вернется. Знаю, к батьке бежала. Время теперь такое. То я как молодой был, так на 31-м году жизни меня батька в город взяли. А теперь чуть подрос, и сразу фур, да и сразу фур, и полетели в разные стороны, да и в разные земли. Ничего не слыхать. Как ничего не слыхать? Мне сюда наверх и то слышно, как урчит. Ага, ага. Ох, и здорово. Кушать оно хочет. А бабка Ануфриха, небось, хлеб печет. Еще, может, и не печет. А вчерашний? А позавчерашний? А позавчерашний? Ты бы не ел? Я б теперь какой хошь хлеб ел. Ты, Сашко, останься здесь. В случае чего и к той, и к другой дороге добежать успеешь. А я тем временем... Вася, а Вася, как эта песня, что ты тогда в поле пел? Широким степям по болотам, по засыпанной снегом земле, там казак Украины... Здесь эта личность бросила бомбу, так. А ну, пози. А здесь был убит Степка Будяк. Так, значит... Ты! Всех бандитов из пулемета. Ну, а живо!
Чья это хата и какая в ней христианская душа проживает? Живо! Кто это? Крысу чует. Шмелик, что ты, Шмелик? Крысу чует. Домой идти надо. Видишь, спать хочу. Положим здесь хлеб у входа, а завтра чуть свет и спрячем получше. Крысу чует. Ну да, крысу, а то кого ж? Ну а если крысу, так чего же мы боимся? Идем. Вот, но если не исполнишь мое приказание, имеешь от меня смерть без предупреждения. Понял? Да понял, генерал. Значит, как он ко мне в хату придет, я зараз на коня, шпоры в боки и к тебе. Вот это самое я и надо. Да пожалуйста. А где Шмелька? Да ладно, побежит. Да побежит, а если оно его задушит? Кто оно? А то самое, что стонало. Кто то? Эй! А кто тут? Я деду этому и на копейку не верю. Он сам, семья его и вся эта голота. Установить за его хатой наблюдение. А? Понятно? Мне-то понятно. Некому там стона. Отстонали. Ходили, кричали, песни пели. А теперь молчат и до конца света и слова не говорят. Ой, да нет же, деду. Мы оба слышали. Она там... А Шмелька... Гау-гау-гау-гау-гау-гау. Вот я и богу не вру. Усохни ноги, если я еще в те сараи. Вот и хорошо, и не ходи, и не думай про те сараи. Хоть сейчас и день, а я в те сараи все равно не пойду. Вот. И я не пойду. Я заклялся, заклялся. А хлеб? Стонет. А патроны? А если ноги усохнут? А у меня не усохнут. Я не клялся. Ты думаешь, я боюсь за продуктом сходить? Ну ты ищи! Сашко! Дяденька, я вам кричал. Красный. Далеко? Далеко. И не слыхать вовсе. А в городе? Не знаю. Из власти, кажись. Хлопчики, а ревком у вас в селе есть? Нет. Их казалов всех пострелял. Вы же помните? Да-да, помню. В селе у вас? Бандиты, дяденька. Вам, наверное, больно, да? Нет. Холодно только немножко. Ребята, вы не сердитесь, что я ваш хлеб съел? Ну что вы, что вы? На здоровье вам! Может, нам еще чего-нибудь нужно? Ничего не надо.
Вот если бы Йоду, Йоду, если бы. Сейчас, а? Сейчас. Вася? Я не Вася, я посторонний. Вот молодец, хорошо голос подделал. Да ты что? Ну, рассказывай, что в сарае делали. А мы деду, той. Ну? Як мно, в ванну играли. Ох, интересно! Да там же что? Что вы, деду? Некому там стонать. Ходили песни пели, а теперь до конца света и слова не выговорят. Это, конечно, правильно. Только холодно в сарае. Вот котелок углей взял, чтобы в случае чего руки погреть. Кому погреть? Да себе же погреть. Себе. Кто ж там кроме вас есть? Я и богу никого. Так вот я же говорю. Возьми углей, хлеба, сало, кусок отрежь. Ну, играйте себе в войну эту самую, хай бы она сказать. А вы нам дадите? Конечно, дам. Ты чего пристал? Вот, ты чего, вот пристал. Ах ты, ну, так вот пристанешь. Вот ты, Люба моя дорогая, ты мама моя, Люба моя. Да что ты все прыгаешь, прыгаешь, покоя тебе не даешь. Ты прелесть моя дорогая. Ну на тебе, родная ты моя, золото ты моя дорогая. Что тебе? Чего тебе надо? Зачем пришел, а? Чего ты мне надо? Здравствуйте, матушка. А зачем тебе йод, а? Не мне, матери. Мама дрова кололи и, на, и себе по ноге топором раз. А. Баночку прислала маленькую. А чего ты там руки держишь? А ну покажи. А ну что тебе там? Покажи. Покажи. Ну сало тут кусок. Мама прислали, говорит, если нальет, то отдай и спасибо скажи. Если нальет. Нет того, чтоб так прислать. Если нальет. Вот люди, давай. Ой, сало, боже мой, старая. Вот старое сало-то, тонкое. Да на что меня такое сало, я тебе спрашиваю? На что оно мне надо, а? Где баночка? Вот это вот. Да ты бы еще четверть целую принес. Да разве ж, если мы на царапину столько йоду выливали? Не дам, столько не дам, не дам, иди. Хай мать придет, я ее сама помажу. Где, говорю, ну? Куда? Куда мне в помещение грязными ногами? Заразу меня занесешь. Ну? Нету йоду, нету сала. Так мама говорила. Говорила, говорила. Давай сало сюда. Я тебе дам. Иди, говорю. Ну, иди в кухню, подожди. Вот мне несчастье. Мне кури не несутся. Слухай, хлопец, у вас кури несутся, чи не несутся, а? Вы наливайте, наливайте, матушка, там видно будет. Наливайте, наливайте. Ох, разговариваешь много, терпеть этого не могу. Наливайте. Ой, перелила. Хватит. Только доброты своей душевной даю. У вас кури несутся, чи не несутся, я в тебя спрашиваю, ну? Доброты. На самое донышко капнули. Я тебе спрашиваю, у вас куры несутся, чи не несут? У нас кур нет, у нас петухи только. Подожди, я тебе ноги и руки переломаю, подожди. Ой, дети мои дорогие, я же вам водички сейчас дам, попейте. Ой, вы мои люди родные. Родные золотые мои, попейте. Ой, ты прелесть. Слава за нами! Сейчас еще один котелок принесу, чтобы нас всю ночь хватило, и готово. Вы только смотрите осторожно, чтоб сено не подпалить, а то еще сами сгорите. Ты будь осторожна. Как бы кто не заметил. Ну вот еще! Да здравствует наша!
Ну, хватит. Спасибо тебе, хлопец. Ничего не хватит. Еще лучше надо. А то, небось, холодно ночью. Вот подожди. Придут красные. Я тебе и пропуск, и литер до самого Киева. До самого Киева? Дядя, а вы кто? Вы, наверное, пулеметный начальник. Мой отец тоже пулеметный начальник. Ну ладно, спать пора, начальник. Сон я вчера видел. Интересный. Может, сегодня досмотрю. Ну, как вам так? Хорошо. А у меня дома плохо. В голове и злой, дерется. Дядя, может, убить ее к черту и конец? Спать иди, Зюзя. Ну, пойду. Взаимно вам спокойной ночи. Туда. Тише, туп, это нужно. Это для воробушков. Ты любишь так воробушков? Чирик, чирик. Воробушки сало не кушать. Они только хлеб. Клюк, клюк. А я тебя свистеть учил? Учил. А ну свистни. А ну еще раз я послушаю. Ну вот, теперь никому не скажешь. Нет, только свистеть буду. Ну и молодец. И ты молодец. Убью твою дьяволка. Пускай лучше не возвращается домой. Ногой мне в рот стукнул, чертенёнок. Так когда же он успел? Когда? Сейчас. Он спит давно. Обогнал? Каблуком меня в грудь не спать, да? Какими каблуками? Вот же ж. У него кроме валенок рваных никакой обувки нет. Ошибка вышла. Кто ж его скрывает? Ну, добрый вечер, добрый вечер. Вы ко мне, матушка? Не-не-не. Я до Ксенич. А то... Ну, да. Да-да. Знаешь, Ксаночка, очень старое сало. Ты бы, голубочка, еще десяток яичек у придачу за лекарство дала. Это какое лекарство? А за йод. Это, мам, я для собачки, для шмелика. Для собаки. Медикаменты, драгоценность, а? Вот сволочь. Бить его, бить его, бить! Бить! Только бей поясом или веревкой, а то рукой печенку отбить можно. У меня уже был такой случай, ей-богу. Помнишь Манечку покойную?
Куда это он, а? Так значит, голубочка, я на десяточек располагаю, да? Сам же его сапогом двинул, и нога у него задняя вон, расцарапана. Так значит, я на десяточек, голубочка, располагаю. Ты что? Ничего. Суку вашу убил. Как убил? А так. Вот дурак. Вот дурак. Ну и дурак у тебя, Оксаночка, сын растет. Об собаке плачет, а? Так, значит, голубочка, я на десяточек располагаю. Метель будет. А ну забирай своих щенят. А я дай на мороз. Живо! Сашко, кто там? Домовой? Да нет, Русь. Это ветер. Это холодный ветер. Эх ты, из-за тебя все. И Шмельку убил, и полное село бандитов наведет. Так я, Сашко, разве не знал? Разве ж я знал? О, Вася, ты что это в снегу сидишь? Жарко, да? Жарко мне, Диду. Очень жалко. Вот уже я вижу, что у тебя нос синий. Да ну! Вася, иди сюда. Да ты иди сюда, я тебе что-то по секрету скажу. Бабка Муфриха с города приехала, с базара. Говорит, что войско там понаехало. 1500. Ну, не меньше. Дяденька! А вы когда не раненый, ух и сильный-присильный. Почему ты так думаешь? Большой вы очень. Большой. Большой я вот сижу в этой клетке. Ну что? Как что? Все-таки не хочется так нелепо пропадать. А если лепо? Нет такого слова. Лепо. Есть слово не за даром, а не за даром можно. Ага, и даже песня такая есть. Коловей, блядь, да Левкин в Борьков поехал, а я в город. Бабка Нуфриха с города приехала. Сказала, войско туда понаехала. 1500 или 3 брешешь. Не меньше. Самый главный большевистский начальник в плен бандитами введен. Говорит, народ весь уезд обшаривать будет. Дяденька, я вас прошу, пустить меня в город. Я пойду и скажу им, пусть они и вас заодно вызвали. Возьми, Жиган, видишь, шалюр, 2 креста. С этим значком любой красноармеец сразу же отдаст начальнику. Лучше я, а тут опять как вчера вечером. Вечером, вечером! И что ты мне все тычешь в глаза тем вечером? Пусти! Вы еще увидите, какой человек есть, Васька! Не сладит нам атаман с дедом. За него вся деревня поднимется.
бабу хвату возьму. Одной семьи у него, что у нас возят. Все такие бандиты. Как я сказал? Я говорю, народ такой. Вот если бы козолобом не поссорить. А что тебе козолоб, козолоб, козолоб? О, как вы думаете, чьи... Наскочить, Левка, чи не наскочить? А черт его маму знает. Дяденька, подвезите, я вам песню спою. О! Как вы думаете, чи проедем мы, чи не проедем? А черт его маму знает. А я сколько песен знаю. Лёв! Не проехал им! Что за разговор, уважаемый? Козолупы продукты везут. Козолупы? Да. Продукты? Ну да. Очень приятно. Это, брат, продукт! Жара! Отставить! В чем дело? И пускай назовет Аман козолуб кушает, а? И подарите ему от меня подарки. Подсвечники штуку сукна, что мы вчера в местечке отобрали. И пускай меня принимает обратно начальником штаба. И пускай знает, что ему Левка друг. И происшествие окончено. И поехали, орлы! А? Да. Ну! Немало баба хлопота. Купила паруся. А? Что ты сказал? Да, мальчишка опять же пропал. Да не. Не пропал. То ж я его послал. Куда? Да туда же, в тот, як его. Да в село. Село. Зачем? Попу. Попу. Да ну да ж, попу. Вот пристало. Дела у меня с попами водятся. А ну, хлопчик, иди сюда! А ну, иди сюда! Стой! Стой! А ну, догнать! Стой! 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 Конец света! Вот такая вот воша, а убегает! Конец света! Поймали, Марика! Поймали! Да тебе черт несет. Почему удираешь? Утро я. Корова у меня черная такая. Рогу не на бок сбили. Убежала. Врешь! Но ты хутора никакого нет. О, а я разве говорю, что тут? То там, а не тут. Как стрелять начали, я из Булгаски убежал. О, слышали? Ага. Я же говорил, что где-то стреляли. Ну да, стреляли. На Никольской дороге. Ну? Ну, на Никольской дороге. Мужики везли козолупу. Провиант, Алёшкино войско и напало. Как напало? Как они смели напасть? А я знаю, как смели напасть. Напали да напали, чтоб, говорят, сдохнуть козолупу. Ну. Да это за ней говорят. И так говорят, обжирается старый чёрт. Да это они говорят, а я виноват. Ну вот, ей-богу. Где они? Ну, в Вольховку поехали. По коням. Это куда? Взять с собой. Почему ты не живешь в новой хате, которую я тебе подарил?
И почему ты забываешь про те условия насчет комиссара, который есть из города еврей, и который пьет твою христианскую кровь? Все толчи! Я тебе друг, и я тебе кто? Друг мой, Лёшка. Атаман дорогой. Ну на что мне твоя хата? И ты на что? Эту хату я своими руками построю. Она мне на всю жизнь хватит. Комиссаров у меня не имеется. А чтоб были, то не отдал бы. Самому нужны. О! Как твоя политика обернулась, вредный дед. А что это я тебе на площади хотел подарить? Ну, что хочешь, атаман? А у меня с тобой интересного разговора нет. Нету. Я не поп, чтобы с упокойником разговаривать. Ночью в поле делаешь? Здравствуйте вам!
черт с вами, стою! Дабы красные не пришли, отдашь им эту записку, они тебе с мамкой и топом в Киев отправят. Ну, а сейчас иди. Ни за что не пойду. Что хотите со мной делайте, не пойду. Все равно не пойду. Иисушку, старших не слушаться. Нехорошо. А я думал... Ладно, уйду. До свидания. Довольно стыдно с вашей стороны. Молчать! А ну, Анька! Я? А кто ж? Он же твой лучший друг. А я тебе гаду подсвечники. Сыпь ему 25. А я тебе гаду, что кусок на прислал. Кинь ему 25 шампалов перед смертью. А 2 часа тому назад я твоих подводчиков. Ну, что толкаете, гад, что толкаете? Молчать! Дай-ка я тебе ухо снегом потру. Жаль, что вот у меня валенок нет. Есть, товарищ командир. Что, валенки? Валенок нет, лошадь готова. Подарки. Кланяться велел и просил миру до конца жизни. Сукин ты сын! Сукин ты сын! А провиант? В целости невредимости доставлен на вашу главную квартиру. Где? Где этот мальчишка? Кто его отпустил? Поймать! Резать по кускам и плакать не давать! Застрелить! Мне бы боевые! Ой, я не перенесу этого случая! Ой, его не перенесу! Ой, не перенесу! Левчик! Левчик! Ударь меня по морде, Левчик! Ударь, 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 ударь! У меня же руки-то связаны! Развязать! А вон там, внизу! Ну ты жми же ее сильней, а то опоздаем, ну! Вот ей-богу, ну! Левчик! Ну ладно, ладно, батька. Все равно не успокоятся мои раны до тех пор, пока я не одену тую кожаную куртку и те сапоги новые со шпорами, что в сарае сидят. Лапцы! Берем с комиссара шкуру! Вот тебе, Юра. Обоим. А в револьвере еще 2. Это последние 2. Нельзя их выпускать. В плен нас возьмут. Лезь моментально в мою хату. Я тебя соломой закрою.
Они же не знают, что ты тут. Не надо, не надо. В плен вас возьмут. Мучить будут. Ну, лезь тебе, говорят. Не надо. Если человек не хочет сдаваться в плен, никакая сила его взять не сможет. Хорошее оружие. А ну спрячь. На всю жизнь запомни, Сашко. Бороться надо до последнего вздоха. Патронов нет, есть клинок. Правую руку отрубят, бери клинок в левую. Левой не станет. Зубами грызи врага. Вот так живи на свете. Вот так жить буду. Весь в салон. Значит, на
поели коней и уходите. Уходим, дедушка. Ну, а на ночь остаться не можем? Не можем. Вырастешь, я и возьму. Да, когда я вырасту, они больше не будет. Эскадрон, по коням! Вороньи слетали под ракитою пир пировать. Это магии немцы слетали нашу землю на части рвать. Так крепка оказалась земля-то, мне пришлось им разграбить ее. Наши соколы и соколята разметали, как дым воронет.